Друзья, добрый день. Меня зовут Лосинок Евгений. Я генеральный директор сети Viking Christic. Сейчас мы находимся с вами в Греции, полуостров Афон. Здесь недалеко от Афона, поселок Трипети. И отель у нас называется Акти Уранополис. Он находится, в принципе, на первой береговой линии. Песок. Какой вид. И вот мы поднимаемся в наш отель. По стоимости сейчас уточню у коллег. Стоимость данного отеля на двухразовом питании 1738 евро с вылетом из Минска на 10 ночей. А-222. Мы, короче, тут сами случайно забежали, они открыты, чтобы быстрее было. Здесь небольшая ванна, душ, все чисто, аккуратно, есть фен, плазменный телевизор, холодильник. Кондиционер центральный, балкон небольшой с видом на море и на дорогу, может быть шумновато. А-123, это, судя по всему, стандартный тип номера, трехместный. Здесь тоже небольшая ванна, кабинка, шторка будет, судя по всему, покрытие плитка, три кровати, ну, три спальных места, вот одна большая. Одна поменьше, холодильник, плазменный телевизор, все беленькое, чистое, аккуратное. Вид у нас, ой, зацепился, вот он, красавец. И вид, тут у них есть свой бассейн. Давайте еще раз с этой стороны вам все покажу. А, кондиционер здесь индивидуальный, смотрите. И мы выходим на территорию, куда, наверное, приезжают автобусы и ресепшн. Вот оно, это название, которое мне было сложно выговорить. Акти Уринополис. Ресепшн. Hi. Ресепшн чистый, аккуратный, просторный, свежий. Есть собственный бассейн. Вот она дорога, видите, автобус наш подъезжает. Ребят, чтобы дойти до моря, вот смотрите, вот отель, вот такой спуск небольшой, и вы на море. Предыдущий отель, который мы смотрели, надо пройти вот это расстояние, еще такое же, и еще такое же по подъему. Поэтому вы должны понимать, что с верхнего отеля, в который мы смотрели, будет гораздо сложнее до пляжа добраться. Здесь проходит дорога, дорога активная, поэтому нужно быть очень аккуратными, переходя ее. И вот он, наш спуск на пляж. Песочек. Эх. Вот смотрите, какой здесь вход. Видите, галька, камушки покрупнее. Здесь мелкая. Вода прозрачная, как стекло. И наш отель, вот он находится, видите где? Здесь есть небольшая детская площадка, качели, бар. Очень много шезлонгов, зонтиков. Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки. С вами был Лосинок Евгений.